Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Одновременно вы все вместе, безусловно, представляете огромную общность российских соотечественников. Представляете один большой, огромный русский мир. Объясните мне, пожалуйста, что значит собирание русских земель, а? Б, что такое русский мир? Объясните, чтобы я понимал. Что такое этот русский мир? И кто такие русские на самом деле? Мы провели собственное расследование. Харьков, я за Путина. Я хочу вам показать. Несколько... Я за Путина. Я поняла. Даже не буду смотреть фотографии. Ну вот, вот это вот. Ничего этому не... Я города, за Путина. Харьков, Киев. Нет, ну расскажите о своей позиции. Я за Путина. Путин президент мира! Ура! Без этих ценностей общество деградирует. Что это, если не культ личности? Все, что было раньше, это история. Это великое. Все проходит. И это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. И в тех условиях танки стреляли по парламенту. И в этих условиях была принята Конституция. Это же, знаете, мы стараемся, память такая, что стараемся выкинуть из памяти самое плохое. Но это было. В этих условиях была принята Конституция. Она в известной степени сыграла такой стабилизирующее... сыграла стабилизирующую роль. При этом революции – это плохо. Управлять течением мысли – это правильно. Важно только, чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича. В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имеют никогда, не имели никакого отношения. Все при Черноморье, значит, западные земли российские были переданы в Украину со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина. И в 90-е тоже было плохо. Я не буду называть банды тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка, мы утратили оборонку. Мы практически развалили вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе. И поставили страну на грань утраты суверенитета и развала. Надо прямо об этом сказать. Государство – это крепость, а правитель просто охраняет границы. Владимир Путин, благодаря его грамотной внешней политике, ну, это доказывается его делами, успехами на внешнеполитической арене. И он охраняет границы своего государства. Он стратег, к нему же приезжает. Единственное, то, чем они сейчас торгуют, это русофобия. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких, Саакашвили? Ведь вокруг так много врагов. Она на нас, на Россию, недружественная, зависть. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж. В такой бурно развивающей стране, как Китай, пенсии ведь, по сути, вообще нет. Пишут и говорят о том, что внутри США создана в последние годы настоящая империя лжи. Трудно с этим не согласиться. Так оно и есть. А враги-то и не люди вовсе, трусливые и жалкие. Еще раз настойчиво подчеркну. Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. А там таких же, точно таких же, кто хоть что-то говорит в отношении России, начали расстреливать прямо, без суда и следствия. И то, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и неонацистские формирования не гнушаются использовать мирных граждан в качестве живого щита. Никого не выпускают, прикрываются как живым щитом. Ну, кто это? Конечно, неонацисты. В своей работе всегда руководствовался исключительно волей нашего народа. Поэтому им нужно каждый год напоминать, что можем повторить.
Мы полностью поддерживаем наших ребят-военнослужащих, надеемся на скорейшую победу, а также возвращение наших войск домой. У нашего порога, у нашего дома враг вновь подошел к нам. И мы вновь вступаем в бой. И демонстрировать священные символы. Мнение народа очень важно. У нас люди ходят и высказывают свое мнение по поводу того, что им нравится или не нравится в действиях наших на Украине. Но если люди с чем-то не согласны и хотят это сказать, нужно их переубедить в обратном. Мы, все будет хорошо, ты мне веришь? Хорошо, почему ты там веришь? У них есть своя правда. И тот, кто пытается поставить ее под сомнение, враги и предатели. Поэтому нет проблем, пригласите адвоката, пойдем. Что значит нет? Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии. Все зависит от падения доверия к Путину. Чем ниже доверие, тем выше репрессия. В Москве похоронили Бориса Немцова. Оппозиционный политик был убит в пятницу в 200 метрах от Кремля. Призывы к миру – это тоже предательство. Рэпер Моргенштерн и певица Монеточка выступили с призывом гражданам России сказать «нет» этой войне. Их безусловная привилегия – факт рождения в этой стране. Я русский человек. И, как говорится, у меня в роду кругом Ивана да Мария. Блин, ну я русский. Я горжусь тем, что я русский. Ты русский? Злузду съехал, чешу, с ума сошел. Я украинец. Ради своей страны они готовы совершать подвиги. И если придется, отдать жизнь за родину и стать героями. Сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю. Жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей. Проявляют действительно массовый героизм. Командир танкового взвода гвардии лейтенант Виктор Сокольник в ходе боя уничтожил 5 танков. Это абсолютно реальные угрозы. Это не какая-то ерунда надуманная. И ребята наши, которые там сейчас сражаются. Потому что тут есть наши и не наши. Предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь. Я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны. Действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте. Будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в туалете поймаем, и в сортире их замочим, в конце концов. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Их лидер – олицетворение мужественности. Эти фотографии не делаются не папарацци или туристами, а действительно самим Кремлем публикуются. Силы и мощи. Прежде всего, я имею в виду, конечно, гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальной дальности. Граница России нигде не заканчивается. Тем не одна из наиболее эффективных армий мира в России на сегодняшний день. Я благодарю нашего президента, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Наши подлодки способны выпустить более 1500 ядерных боеголовок, что гарантированно уничтожают США и все страны НАТО в придачу. Это по принципу «зачем нам мир, если в нем не будет России?». Наши ребята там разят. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. От тайги до британских морей Красная армия всех сильнее. Она и так всех сильнее. Нужно, чтобы она укрепилась в этом своем состоянии. Он мачо. Он альфа-самец. Поэтому иная ориентация, кроме традиционной, здесь не принята. А есть грех против естества. Бог создал человека, а они идут против
Бога во всем. Это и есть такие демонически настроенные существа. Они не во всем люди. Трансформеры, я не понимаю даже, что это такое. И уже все равно, какими там членами они являются. Россия – многонациональная страна. Я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Но Россия для русских. Но он ненавидел не русских, это было очевидно. Но прибывшая полиция арестовала сначала его, а не нападавшего. Таджиков в России все время подозревают в том, что они находятся в стране нелегально. Выходцы из Кыргызстана начали покупать у нас участки. У них это проблема, у них проблема. Без крова остались и около 500 цыган из Хакасии. Современный мир – это плод западной капиталистической плутократии. Я считаю, что интернет очень перспективная форма общения, форма коммуникации, получения информации. Очень интересно, меня это очень интересует, должен сказать откровенно. Это, вы же знаете, все это возникло как когда-то, когда на первом этапе, на заре интернета, как спецпроект ЦРУ. Подпишитесь, пожалуйста, и... Что нужно подписать, Егор, что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать? YouTube-канал, такая социальная сеть. А, хорошо, ладно. Подпишитесь. Ладно, хорошо. На твой канал. И что бы там ни говорили, все, что они делают, это воля народа. Это по сути, по факту, референдум. А граждане стали авторами поправок в основной закон Российской Федерации. Я никогда не нарушал Конституции своей страны и не собираюсь этого делать. В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа и своего государства. А чтобы людям голову не забивать, сложные и спорные явления называют простыми, понятными словами. По поводу персонажей, о которых вы упомянули. ЧП на юго-западе Москвы. 3 часа назад хлопок бытового газа произошел в жилом доме на Нагорной улице. Мы видим, что в этом году будут, к сожалению, отрицательные темпы экономического роста. На Ямале жесткую посадку совершил вертолет Ми-26. Массовые записи Виноагента у нас, по-моему, и нет. Похвалишь власть, попадаешь под закон о фейковых новостях. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Хочу сказать, что специальные военные операции... Миротворческая операция, она направлена исключительно на демилитаризацию. За денацификацию и демилитаризацию Украины. Объявляю следующую неделю нерабочей. Наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз. В ходе расследования к нам в руки попала интересная статья «14 признаков фашизма» по Умберто Эко. Ну, допустим, культ силы и власти, культ традиции, национализм и идеи заговора, образ врага, культ войны, игнорирование мнения интеллигенции, несогласие – это предательство. Раздраженность масс, культ героизма и смерти, культ мужественности, ксенофобия, отрицание современности, выборочный популизм, подмена понятий. Ничего не напоминает? Как только придут к власти ваши фюреры, заработает отлаженный конвейер, устранение инакомыслящих, подавление неизбежного протеста, концлагеря, упадок мирной экономики, милитаризация, война. А если вы, опомнившись, захотите в какой-то момент остановить этот страшный конвейер, вы будете беспощадно уничтожены. Знамена у вас будут не красно-коричневые, а, например, черно-оранжевые. Вы будете на своих собраниях кричать не «Хайль», а что-то другое. Сущность фашизма останется, а значит останутся ложь, кровь, война. Теперь, возможно, ядерный. Мы живем в опасное время, чума в нашем доме. В первую очередь она поражает оскорбленных и униженных. А их так много сейчас. Выводы делайте сами.